Родился 9/21 февраля 1895 года в городе Гавриловом Посаде Суздальского уезда Владимирской губернии, ныне Ивановская область. В 1924 году окончил школу при третьей студии МХТ, ныне Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, и поступил на сцену МХАТа. В 1927 году Алексей Васильевич основал студию Народно-героического театра и руководил ею до 1937 года. Скончался 29 февраля 1972 года. Похоронен в Москве в Колумбарии Новодевичьего кладбища.